Анна – многодетная мама, воспитывающая 3 дочерей. Старшая Аноре 8, Алине и Виктории 7,3. В рамках акции «Собери ребенка в школу» в Одинцовской библиотеке №1 девочкам из семьи с трудной жизненной ситуацией вручили подарки. Во многом помогают в школе детей подготовить, то есть со всеми принадлежностями. В этот волнительный день 6 девочек получили подарки, актуальные в зимнем сезоне, а также школьные письменные принадлежности и небольшие бонусы, которые помогут им развиваться в направлении своих любимых хобби. Время идет очень быстро вперед. Мы никогда не жили в такие в самые хорошие времена. У нас всегда были сложности, но вот когда находятся такие добрые, порядочные люди, когда могут протянуть руку помощи, это говорит о многом. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».